Утро в главном православном храме Мозыря началось с божественной литургии в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Заслуга братьев в том, что они создали славянскую азбуку, разработали методику славянских словосочетаний. Ими было переведено несколько священных книг, что способствовало ведению и распространению богослужения на понятном языке. Туровская епархия уже 8-й год подряд День славянской письменности и культуры отмечает крестным ходом. Данное мероприятие призвано затронуть широкий круг участников наших молодежных организаций, учебных заведений и содействовать укреплению совместных усилий церкви и государства в деле духовно-нравственного и культурного возрождения нашего народа. Тем более, что Туровская земля, центром которой сегодня является Мозырь, наравне с древним городом Полоцком по праву считается колыбелью православия, культуры и духовности белорусского народа. В крестном ходе ежегодно участвуют кадеты из 15-й школы. Приобщение к традиционным духовным ценностям – часть патриотического воспитания. Я считаю, что Бог все-таки существует, ибо ведь не зря существует христианство и остальные религии. Но хоть я и не часто хожу в церковь, но иногда я хожу именно со своей прабабушкой и бабушкой во время там Пасхи или во время каких-нибудь там поминок или что-то такого. Но, если честно, я сюда пришел ради того, чтобы помочь в сегодняшнем празднике. От Свято-Михайловского собора крестным ходом его участники прошли вдоль парка. Завершилось мероприятие в историческом центре города на Замковой горе. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».